когда уже человек становится зрелым, все равно он свои решения принимает на основе своих тех этических и моральных норм, которые заложены были им воспитанием, либо книгами. Часть библиотеки – это то, что было выкуплено и собрано родителями и старшими детьми. Я просто продолжил. А что будет с этими книгами, когда очень просто все это можно поместить в один планшет? Да? Я хочу сказать, что эти книги – это часть меня, часть моей жизни. Соответственно, они меня формировали, а потом под действием, каким я был в определенный период времени, я собирал ту или иную литературу. Ինչպես ասել է ռուս հրապարակախոս Խոզբելինսկին, մեծագույն գանձը լավ գրադարանն է։ Կարծում եմ, կհամաձայնեք, որ այսօր մեր երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի հյուրն էինք։